В феврале власти Донецка проведут 50 продуктовых ярмарок со сниженными ценами для жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ДНР. Они пройдут практически во всех районах Донецка. Наибольшее количество ярмарок организуют в Куйбышевском и Буденновском районе. Первые откроются уже 1 февраля и продлятся до 27 числа. С более подробным графиком проведения мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.